совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери, мои потери в употреблении, в зависимости. Спасибо. И все же, почему я нарушаю правила дома, смотря какие? Я стараюсь быть включенным по полной, но иногда бывает отвиливаю. Я могу раньше уйти с собрания, если мне там становится скучно. Я сам решаю, лучше попишу задание, а не буду сидеть там и мучиться. Я очень мало правил нарушаю, пытаюсь соблюдать все максимально. Иногда я матом ругаюсь, но это делаю только в Т1 и в Т2. Я разбрасываю вещи, хотя с удовольствием это делаю дома. Я куртку на вешалку вешаю и кровать заправляю после подъема. Я тягу вообще не гоняю, хотя иногда это бывает полезно. Персонал больше не обсуждаю, и уж тем более их действия. Я не манипулирую перекурами, смиренно жду знаков от высшей силы. Не флиртую, не конфликтую, в консультантскую захожу, когда пригласили. Стараюсь следить за внешним видом, в обуви по дому я не хожу. Мои татуировки все в бане видели, я бережно отношусь к инвентарю. Говорю, когда собираюсь на второе, когда со второго спускаюсь на первое. На диване я только если больной и делаю то, что попросят сверху. Я соблюдаю чистоту, стараюсь не заниматься интриганством. Не лезу в функции, за водой слежу. Колюще сдаю консультантскую. Согласен, иногда бывает, что я уровень шума нарушаю. После отбоя по дому гуляю. Посреди ночи всегда просыпаюсь. Вещи чужие я не беру, и свои дарить тоже перестал я. На мероприятиях разрешения жду, и не люблю игры азартные. Вещи храню только в ящике, тем более, что он у меня один. Давал прозвище, но только мальчикам на жаргоне иногда говорил. Я не контролирую доску, и уж точно сам себе не наврежу. До правила стоп еще не дорос я, и всегда уважал всех, с кем я дружу. Собираться в комнате не вижу смысла, иногда оцениваю людей. Мои братские отношения кончаются быстро, созависимость каждый день. Функции никакой еще нету, и вообще-то я сам еще новичок. Спасибо реп-центру за это, я иногда косячу, ну и че? Оль, привет. Слушай, у тебя советовались со всеми сотрудниками? И... даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет. Я боюсь, что сейчас ты приедешь, и начнется вот эта история.